Приветствую, Рахна, это ваш ответ на вопрос, почему у вас низкая самооценка. Причин может быть, в принципе, не так много, как вам, наверное, кажется. Заниженная самооценка – это результат неверного представления о себе, искаженного представления о себе. Искаженное представление о себе является причиной комплекса, который вытекает из родительско-детских отношений, складывающихся у вас, видимо, не совсем правильным, не совсем верным и естественным образом. Соответственно, нужно проработать эти отношения, выяснить, где кроется у вас комплекс, в чем он кроется, выявить корень комплекса, которым является нереализованное переживание, вот, проработать его, то есть заново перешить, а после этого непосредственно уже взаимодействовать с внешними проявлениями низкой самооценки, задавая новые алгоритмы вашего поведения и тем самым исправляя дефекты в вашем поведении. Это называется психокоррекцией. Если будут вопросы, если захотите поработать, обращайтесь в личное сообщение, я вам помогу. На этом все. Спасибо большое, большое, что послушали видео. До свидания.